В областном центре стартовала образовательная программа проекта команды городских управленцев города Магадана 2.0. Специалисты из Московской школы Сколково в течение нескольких дней проведут лекции и практические занятия. Это шестимодульная программа по созданию команды городских управленцев. В ней будет около 80 человек. Основная цель таких занятий – показать жителям уникальность Магадана и возможностей. Хотелось бы получить устойчивую, сильную команду, которая наладила взаимоотношения и с жителями, и с разными крупными компаниями в городе и учитывает интересы как молодежи, которая хочет видеть перспективы разной занятости на месте, так и людей, которые, собственно, приезжают в Магадан, так и людей, которые, собственно, здесь живут и собираются оставаться навсегда. Преподаватели Сколково в прошлом году рассказывали жителям города об успешных практиках магаданской команды. Специалисты отмечают, чтобы создать какой-то новый проект, нужно понимать, как им управлять. В Магадане нужны люди, рабочие места есть. В стратегии развития города Магадана есть один очень важный момент. Мы должны омолодить город Магадан. Мы хотим вот, восполнить вот этот дефицит трудовых ресурсов. Я в вступительном слове сказал, у нас в городе Магадане 600 безработных на 4500 вакансий. У нас не хватает людей. Юрий Гришан подчеркнул, что ни санкции, ни вражественно настроенные государства не помешают в развитии Дальнего Востока и Магадана.